Всем привет! Сегодня я научу вас делать вот такие колечки из двойного бисера твин. Для следующего колечка нам понадобится около 50 сантиметров лески 0,3 мм, двойные бисерины твин, чешский бисер, для серединки рундель или бисеринку в цвет. Набираем 8 двойных бисеринок, спускаем по центру нашего отрезка лески и завязываем на несколько узелков. Хорошо подтягиваем. Вот такой цветочек у нас получается в итоге. На одну леску набираем либо бисеринку, у меня был вот такой вот рондель. Я набираю его и спускаю к центру. И оборачиваю леску вокруг. И вот таким образом закрепляю леску. Хорошо подтягиваем. Теперь вывожу кончик лески через верхнее отверстие бисерины. Подтягиваем. Вторую леску пока никуда не продеваем. Концом лески, который выходит из двойной бисерины, мы набираем по одной штучке бисер и заполняем промежутки между лепестками нашего цветочка. Когда мы пронизали уже половину цветка и оказались с той стороны, где у нас второй конец лески, заводим второй конец лески так, чтобы через вот эту бисерину лески смотрели друг на друга, вышли с разных концов отверстия, вот таким образом. Вот этим концом лески мы продолжаем набирать до конца круга наши бисерины. Мы заполнили все пространства цветочки и теперь эту леску пронизываем через все уже набранные бисерины и выводим с двойной бисеринки. Вот таким образом мы обошли цветочек по кругу и вывели из одной бисерины двойной лески. И теперь будем плести колечко крестиком по объему своего пальчика. Набираем на два кончика лески по одной бисерине, спускаем их вниз. Затем набираем третью бисеринку на одну леску и вторым концом пронизываем навстречу друг другу и затягиваем. Периодически примеряем и когда кольцо нам уже по размеру, в конце одеваем только две бисерины. Концами лески пронизываем насквозь вот эту бисеринку. Хорошо подтягиваем, завязываем несколько узелков.
Обрезаем леску и аккуратно подплавляем. Если с этой стороны у нас сильно видны переходы лески и узелок, выворачиваем колечко. Вот что в итоге у нас получается. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и переходите в плейлисты «Украшения из бисера». До новых встреч!